Так, это у нас Сатурн поднимается над горизонтом 15 августа 2020 года, 20:40 по Киеву, в Харькове. Да, отсутствие практического ветра нам помогает, наличие облачков нам чуть-чуть мешает. Наличие дымки. Настройки сейчас я поставил Birdwatcher, то есть наблюдение за птицей. На фотоаппарате, это фотоаппарат на телескоп Nikon Coolpix 5000. 125 карат оптического увеличения и 4 цифрового. В общем, посоветовался я, поспрашивал у тех, кто готов был ответить. Объяснили мне, что это приблизительно в 70 раз увеличение угловых размеров по сравнению с тем, как мы видим Сатурн невооруженным взглядом. Аккуратность фотоаппарата, это, соответственно, увеличение изображения на матрице. В общем, не буду я тут умничать, потому как нечем. Давайте лучше на Сатурн, ой, на Сатурн, на Юпитер посмотрим. У нас тут Birdwatcher. Интересно тем, что все четыре спутника справа находятся от Юпитера одномоментно. Не так часто это бывает, хотя, как выяснилось, не так редко. Чем чаще снимаешь, тем чаще такие бывают. Так, сложность в том, что то, что я вижу в окуляре, не совсем то, что видно на экране. В общем, сейчас буду озвучивать. Справа от Юпитера очень далеко, как всегда, отщепенец Каллисто. Он сейчас на правой стороне экрана и уже практически скрывается. Вот сейчас скроется, из кадра выпадет. А дальше у нас что пошло? А дальше у нас пошли основные участники торжества. Увеличиваю их максимально. Значит, справа вверху Ганимед, самый крупный спутник Юпитера, чуть ниже Европа, Ганимеда, а левее спутник, который имеет название Ио, Ио спутника. Ну и гигант газовой планеты, имеющая массу 90%, по-моему, даже с лишним, всей планетарной массы Солнечной системы. То есть, если мы суммируем вес Земли, Марса, Венеры, Плутона, всех Нептунов, Сатурнов и т.д. и т.п., у нас не получится даже десятой части от этой крохотки Юпитера. 135 тысяч километров в диаметре Юпитера. Земля, для сравнения, 12. Марс 6. Ну ладненько, пошли на закатное небо посмотрим, чтобы было понятно, что это не фонарики в подвале. Ну, там уже небо совсем-совсем закатное, уже ночное практически. Давай тогда на экватор. Да, снимаю с меридиана, ЖК Меридиан, на экваторе, рядом с ТЦ Экватор, National Geographic.
давай еще на Сатурн слетаем и пойдем по домам. Очень мне Сатурн нравится. Эллиптичностью. Воды. August 15, 2020 Харьков. Обожаю эти полеты. К планетам за миллионы километров. 620, по-моему. 640 уже, по-моему, миллионов километров. До Юпитера и 1 350 миллионов, что ли. Да.